Начну я с свежего, сегодняшних заявлений. Я назвал этот блок «Сказки Минского леса». Лукашенко выступал сегодня, наговорил многого. Выступал он на второй Минской конференции по евразийской безопасности. И опять заговорил о том, почему российские войска зашли в Украину с территории Беларуси в феврале 2022 года. Цитата. «Вот вы соагрессор» и так далее. С вашей территории россияне зашли на территорию Украины. Я так в шутку говорю, это к Зеленскому вопрос, почему путь восточный в Россию оказался через Киев короче. Да, действительно, у нас шли учения, очень масштабные, на юге Беларуси. Учения закончились. Россия начала выводить свои войска по югу, вдоль границы с Украиной. Половина была выведена. Займитесь вопросом. Со временем станет известно, кто спровоцировал остальную часть российских войск, чтобы они повернули 20 километров на юг и пошли через Киев, сказал Лукашенко. Дальше больше. Дальше он говорит, мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен. Что симптоматично, неделю назад он говорил похожие вещи. Он в интервью BBC тогда в Казани говорил, что Беларусь не предоставляла России свою территорию для захода в Украину. Ну, во-первых, про генералов, которые звонили, смешно не потому, что это невозможно в принципе, а потому что если бы это было, ну, этот факт был, ну, во-первых, как это взять в плен украинских генералов и не сообщить об этом или отказались так благородно? Понятное дело, что это Александр Григорьевич уже додумывает, но вот сама вот эта легенда о том, что не, что это было спровоцировано, что он вообще ни при чем. Помните, он еще говорил, мне Путин не звонил, не спрашивал, можно ли зайти с нашей территории. То есть такое ощущение, что он, во-первых, очень громко и настойчиво оправдывается, вот, а с другой стороны, он как-то параллельно еще и пытается Путина оправдать, что, мол, да не собирался он, они вообще уходили, просто вот решили на Киев пойти в какой-то момент, потому что их спровоцировали. Ну, а почему у них была парадная форма с собой, ну, это уже история умалчивает. Как думаете, что это? Как воспринимать слова Лукашенко? Понятное дело, что мы должны, как, наверное, не знаю, как врач, что ли, послушать, что говорит пациент, ну, и сделать вывод. Я, собственно говоря, как раз и хотел сказать, что я же психиатр, Василий. Не, на самом деле, конечно, ну, тут речь не только о психиатрии. Он ведь в тисках обстоятельств зажат и крутится как уши на сковородке. Давайте вспомним, что у него скоро выборы. Предыдущие выборы у него прошли, мягко скажем, не гладко. Вот. Конечно, он сейчас очень сильно зачистил поляну, то есть там феерические репрессии, конечно. Вот когда я говорю, что в России репрессии, ну, на самом деле, там нельзя сказать, что детский сад, конечно, там тоже очень плохо, но в Беларуси все гораздо хуже. И поэтому он, ну, вроде как бы соломку подстелил, да, но как человек не глупый, ну, то есть он не интеллектуал, конечно, но он не глупый, он хитрый очень, да, у него такая крестьянская сметка, то, что называется, знаете, такой животный инстинкт. Вот. И он хорошо понимает, чувствует, даже не понимает, а он чувствует, что, ну, вот только за счет силы, так сказать, ну, может не сработать. Да, поэтому он сейчас, ну, подстраивается уже там под общественное мнение. И мне кажется, что он пытается аккуратно дистанцироваться от Путина. Ему очень важно, он пытается, знаете, там разыграть какую карту. Что, дескать, дорогие белорусы, вот если вы увидите, что... Помните, он же не так давно, такое очень странное было заявление, разовое, да, но, значит, он один раз заявил, больше эту тему не развивал, вот, но заявление было такое, мягко скажем, странное. Он там говорил, в общем, о том, что вот если Россия нас захочет захватить, то, так сказать, будем сопротивляться, будет война. Там вот и такая мысль у него как-то прозвучала. Так вот, мне кажется, он хочет разыграть карту, и это не очень просто будет сделать, но, в принципе, ставка такая правильная. Он хочет разыграть карту, что, дескать, дорогие белорусы, если не я, так вас Путин захватит.
Ну, то есть я единственный, кто в состоянии этому противостоять, маневрируя, где-то его поддерживая, где-то ему противостоя. То есть вот, вы меня не любите. То есть он пытается создать контекст, в которых те характеристики, за которых его не любят, вдруг окажутся нужными. Понимаете, это политтехнологически очень грамотный шаг. То есть вы меня не любите за то, что я такой хитрый, значит, обманщик, вертлявый такой, сегодня у меня одно, завтра другое, да, вот. А с Путиным, ну, только так и можно. Да, ну, мы же маленькие, они же нас физически-то, ну, реально могут попытаться захватить, смотреть, что на Украине творится, да, там всю страну уже в щепки разнесли. Вы хотите такого? Нет. Поэтому вам нужен такой, как я. Смотрите, 25 лет я Путину за нос вожу, так сказать, но до сих пор ведь мы вроде с ними и дружим, и обнимаемся, да, но и получаем кучу денег оттуда, да, а, но при этом мы независимые, мы не под ними, вот. То есть он хочет вот прямо по лезвию бритвы пройти, то есть он хочет, чтобы в сознании белорусов присутствовала угроза Путина, но при этом факт дружбы Лукашенко с Путиным, чтобы по нему не бил, а наоборот воспринимался как раз вот нечто нужное, на что нужно, так сказать, молиться и надеяться. Вообще у него, ну, это непросто будет сделать, но, в принципе, есть основания считать, что, может быть, у него получится. Дело в том, что сама по себе война в этом смысле очень сильно укрепила его позиции в белорусском обществе. Не то, чтобы они его полюбили, конечно, нет. Но вот острая ненависть и желание любой ценой от него избавиться уступили место страху большой войны. Да, ну, белорусы же совсем вблизи наблюдают. То есть если венгры или грузины боятся, да, глядя на то, что происходит в Украине, то представляете, что там белорусы, ну, которых вот, вот прям вот совсем вот оно рядом, да, от, с территории которых, по сути, война идет, началась. Mm-hmm. Да? И поэтому для них вот этот тот факт, что батька сумел удержать нас от втягивания в эту бойню, это такой, ну, жирный плюс в его сторону, да. Неизвестно еще там, вот были бы сейчас оппозиционеры, сумели бы они или нет. Ну, вообще непонятно, что было бы. Может, Путин на Беларусь бы напал вместо Украины. Вот. А так вот, благодаря ему, тому, что он так вот хитро там с Путиным, так сказать, интригует и за нас водит, да, у нас получается как-то, ну, без войны, по крайней мере, да. Бедненько, так сказать, да, но не убивают, по крайней мере. Вот. И поэтому он маневрирует. То есть он как бы с одной стороны пытается дистанцироваться от Путина, а он же еще интуитивист такой, да, он же, ну, заранее ничего, я уверен, не пишет, да, он вот, его просто несет. Ну, то есть он, может быть, со своими советниками это проговаривает, да, но в целом он вот, что называется, Остапа несло, да, поэтому он импровизирует постоянно, и вот он там дистанцируется от Путина, потом чувствует, что что-то как-то лишнего, да, то есть ему же Путина тоже обижать нельзя, mm-hmm. да, ему, ну, из Путина деньги надо тянуть, понимаете, это же тоже важно. И поэтому он как бы пытается продемонстрировать, что Владимир Владимирович, там, так сказать, не обижайся там, да, я, видишь, за тебя заступаюсь, ну, то есть он что-то говорит антипутинское, потом думает, что-то лишнего хватил, да, и раз в обратную сторону. А Путин-то не виноват там, да. Потом опять возвращается на свой главный трек дистанцирования от Путина. Потом опять что-нибудь про него говорит. Да, ему кажется, он говорит, и что-то я там много там как бы в пользу Украины. Дай-ка что-нибудь там. И вот я уверен, он сходу придумывает вот эту чушь, что ему какие-то генералы там звонили. Ну, то есть это, конечно, ересь. Но если они хотят сдаться, ну так они бы сдались, да и все. Зачем Лукашенко-то звонить? Вот, ну то есть говорить о том, что кто-то из них собирался сдаться в той ситуации, когда никто из них не сдался, ну как бы глупо. То есть получается, что Лукашенко... Ну то есть на самом деле вот... Лукашенко их отговорил, получается. Да, то есть я бы... Вот он на самом деле перед Путиным-то виноват, получается, сейчас. Да, то есть ты не мог своему союзнику помочь, вот они уже были готовы сдаться, и почему-то не сдались. Ты что? Mm-hmm. Значит, ты на кого? За кого работаешь? На кого работаешь? Ты за кого вообще, да? То есть, в принципе, если бы это вот сейчас Путин захотел, он бы мог это реально Лукашенко предъявить. Ну, я не знаю, может и предъявить. Ну, я думаю, нет. Он знает цену слова Лукашенко. Он знает, что это вот, знаешь, мели и меля твоя неделя. Вот язык, что помело, что называется.
В общем, вот как-то так у него. Вы сказали, зачищено поле было, что поле зачищено в России сильнее, чем в Беларуси. Гораздо сильнее зачищено. Но давайте вспомним выборы 2020 года. Там была Тихановская. Да, не Тихановский, который в тюрьме, муж ее, но тем не менее был допущен хотя бы какой-то оппозиционный. Да-да-да. В отличие от России, когда последний раз был хоть какой-то оппозиционер? Я про Собчак не говорю. Василий, я же сказал, что в последнее время, вот как раз после тех протестов, началась зачистка. Вот, то есть после этого вот реально там людей, которые участвовали в протестах, рядовых, их до сих пор, уже вот прошло несколько лет, их пытаются разыскать, то есть по-прежнему там где-то камеры смотрят, там следователи, где-то там показания выбивают из тех, кто там арестован, задержан, сидит, да, их по-прежнему отлавливают, их сейчас не сажают, насколько я знаю, но их многих увольняют, да, и все остальные, глядя на вот эту историю, очень сильно там притихли, то есть вот я общаюсь чуть-чуть с белорусами, они говорят, что ну мы сейчас не факт, что протестовать-то будем, то есть не, любви к нему у нас не прибавилось, конечно, но мы теперь понимаем, что у этой истории очень длинные последствия. Ну, то есть эмоции там один раз вышел, выплеснул, да, а потом годами там трясешься, живешь в страхе. Очень многие лишились работы, значит, ну, нормальной работы, да, и там идут где-то. Ну, как вот, знаете, в позднем Советском Союзе принято было вот у этой диссидентствующей интеллигенции, да, работать там в кочегарках где-то там, знаете, вот, ну, на совсем таких вот низовых должностях, да, значит, кочегаром там, сторожем ночным там, ну, что-то такое, да, потому что никуда больше не брали. Вот такая же история у них сейчас складывается. Вот в России пока до таких масштабов не дошло. Хотя, конечно, ну, в России репрессии тоже усиливаются. Ну, вот... тоже усиливается, то, если честно, вот анализируя, мы с вами сколько обсуждаем уже, ну, состояние политической там, жизни в России, ну, там тоже закручены гайки, не меньше, чем у Лукашенко. Нет, ну, еще раз, Василь, вот в большой политике, да, но преследование рядовых активистов в Беларуси носит более масштабный характер, более системный, я бы сказал, да. Вот в России наверху закрутили, а вниз спустились в гораздо меньшей степени. Ну, вопрос в степени. То есть и многие рядовые в России тоже уже садятся. Это тоже практика не первый год, но, конечно, после 22-го года она резко усилилась. То есть когда-то были времена, когда сажали только лидеров протеста. Нет, да, конечно, когда-то были времена, когда Немцов выводил митинги с украинскими флагами, скандировали «Слава Украине» прямо в Москве. Конечно, да. Можно вспоминать. А сейчас, когда сажают отца за детский рисунок. Да, отца за детский рисунок, когда девочка рисует там антивоенный, значит, рисуночек, а папу за это сажают. Ну, тут сложно говорить, что не закрутили. Не, ну, Василий, еще раз, я не говорю, что не закрутили. Но все равно степень репрессивности отличается. То есть, когда я говорю, что один режим более репрессивен, это не значит, что тот, который менее репрессивен, хороший. Я его не собираюсь хвалить. Слушайте, ну, я иноагент, и уголовник, у меня 8 лет, напомню, вообще-то, приговор, да? Уголовник. Если я прилечу в Россию, я буду вот прям чалиться, так сказать. Вот, поэтому, ну, было бы странно, если бы я их оправдывал. Но объективности ради, ну, смотрите, вот сталинистский режим, сталинский режим – это жесточайший тоталитарный режим. Но режим Пол Пота был более кровавым. Ну, просто в пропорциях вот, на душу населения, так сказать, да, когда посчитаешь, там было репрессировано гораздо больше людей, даже больше, чем у Мао Цзэдуна. Да, и, ну, это объективная реальность такова. Еще раз, не оправдываю Сталина ни в коем случае, и Мао Цзэдуна тем более. И Путина не собираюсь оправдывать. Да-да, нет, в одном котле, в одном котле. Я предлагаю перейти к следующей теме. Она может быть, может, не с самого верха несется этот сигнал, но он
мне кажется, тоже важен и симптоматичен. Да, дорогой зритель, пожалуйста, нажмите лайк, нравится здесь тоже, чтобы нас было больше. Спасибо большое. Член научного совета при Совбезе Российской Федерации и параллельно с этим советник Путина Сергей Караганов на презентации книги своей сказал, цитата, «Мы должны не гневить Бога и активно использовать оружие, которое нам дано для самоспасения», сказал он, добавив, что отказ от нанесения ядерных ударов является грехом перед советским и российским народом. А еще Сергей Караганов является владельцем двух квартир в Берлине и Венеции. Об этом ранее писал немецкий Бильд. Ну, это так, просто для справки, поскольку Караганов предлагал как раз бомбить этот проклятый Запад, не жалея его недвижимость, которую он там сдает в аренду. Или сдавал, потому что он сейчас под санкциями и, соответственно, получать деньги уже не может, по крайней мере, легальным путем. Вся эта ядерная риторика такая, она усиливается, сигналы звучат разные. Вот сейчас Караганов и Медведев, а до этого и Путин, собственно. Как думаете? Новые учения там, по-моему. Да, учения. Вот эта карта. Вот эта карта, это действительно последний козырь, который так страшит западный мир, и Путин это понимает и играет эту карту? Ну, из крупняка, наверное, да. Наверное, крупнее ничего уже не придумаешь. Так-то они фантазируют, они, ну, например, взяли, видите, устроили вот эту ситуацию с судоходством в Красном море. Да, они снабжают хуситов разведданными, ракетами. Да, а те там обстреливают все суда, которые идут. То есть бьет по всем, включая, в принципе, ну, по совершенно невиновным. В первую очередь бьет по Египту вообще. Да, Суэцкий канал – это важнейшая статья доходов египетского бюджета. Вот, поэтому в первую очередь он бьет по Египту, но заодно там и Израиля, так сказать, касается, потому что часть транзита, конечно, идет на Израиль через вот Аденский залив и Красное море, где хуситы как раз злобствуют. Вот. Значит, ну и в целом в Европу значительная часть грузов теперь идет вот в обход Африки из Азии, да, не вот этим коротким путем по Суэцкому каналу, а в обход вот этой всей Азии, как когда-то португальцы плавали, да, и в итоге, ну, удорожание происходит на европейских рынках. Ну, то есть он такой вот гадит вообще всем подряд. Да? То есть вот он какие-то такие схемы-то придумывает и дальше будет придумывать. Поэтому нельзя сказать, что это вот единственный инструмент, так сказать, ядерной угрозы. Да? Но, наверное, вот я говорю, из того, что вот по-настоящему масштабно, конечно, да. Значит, проблема этого инструмента в том, что он пугает ведь не только и не столько даже Запад, сколько россиян. Потому что подавляющее большинство россиян, они же, ну, вовсе не горят желанием сгореть в топке ядерной войны. В отличие от Караганова, они помнят, что вообще-то вот и у американцев этот божий дар, как выразился Караганов, да, ядерное оружие, божий дар, он так же по-моему сказал. Да, но этот божий дар есть и у американцев, и у англичан, и у французов, много у кого вообще-то. И, как помните, Шариков говорил в «Собачьем сердце», и у самих револьверы найдутся. Ну вот, и россияне-то это помнят, и оно нам надо, как говорится. Ну, Караганов это все говорит, надо понимать, значит, опять же, для того, чтобы на третью квартиру заработать. Вернее, первые две он уже, наверное, не может ими воспользоваться, да? А вот, ему обидно, ему надо, значит, на четвертую. Кремль за все это активно платит, вот за всю эту дурь, которую он чушь несет, да? Вот, поэтому, ну, он же, понимаете, они вообще в российской политике надо понимать, очень сильно обесценилось слово. Поскольку реальные решения принимает только один человек, Путин, да, и он вот, ну, если что-то подумал и сказал, значит, это может материализоваться, да, и в том числе в каких-то феерически там жутком виде, да, типа вот войны, то все остальные привыкли к тому, что наши слова ничего не значат. Да, депутаты Госдумы все это. Ну, то есть, вообще там, внеси законопроект, значит, выступи, что-нибудь там скажи. Вообще не отвечают за свои слова, понимаете? Ну, то есть, слово стало очень легковесным. Он прекрасно знает, что никакой войны из-за того, что он это сказал, не начнется. Что никто его не слушает, ну, из людей, принимающих решения. Да? И поэтому, ну, это вот для телевизора, условно говоря, говорит там.
Ну, то есть вообще вот демонстрирую там, в принципе, свою преданность, лояльность, так сказать, да. И поэтому, вот именно поэтому он так легко угрожает. Медведев, вот, ну, обратите внимание. Ему тоже легко угрожать, именно потому что он знает, что не надо за слова отвечать, так сказать. Вот если бы он знал, что его слово может конвертироваться в реальное действие, он бы, конечно, совсем по-другому себя вел. А так, что вот, ну, легковес, в общем, все. Да, и, короче, эта история, она очень сильно бьет по настроениям россиян. То есть у них, конечно, желание, глядя на все это безумие, желание продолжать воевать, там, вообще жить под этими придурками, значит, ну, все меньше. То есть, строго говоря, это, в принципе, ведет к отчуждению людей от этой власти, а это отчуждение рано или поздно, оно всегда заканчивается крушением режима. Режим без социальной базы долго просуществовать не сможет. Простите. Сори. Да. Да-да. Не до конца выздоровел. Выздоравливайте. Желаю скорейшего восстановления. Да, есть причины для недовольства у россиян. Их много. И вот тут добавляется еще одна. Как кажется, бунт намечается. В Минздраве Российской Федерации поддержали инициативы по ограничению продажи алкоголя. На этой неделе стало известно, что в Вологодской области ограничат продажу алкоголя с 1 января 2025 года. Спиртное по будням можно будет купить только в течение 2 часов с 12 до 14.00. Это что такое? Вот, мне кажется, русский народ многое может терпеть, и там всякое, вот, но чтобы водочку не продавали, ну, как это так? Вот тут могут и выйти. Как помните в повести временных лет, веселье на Руси питье есть, да? Значит, надо понимать, во-первых, что вологодский губернатор, он, конечно, ну, он реальный фрик, да, поэтому он там то памятники Сталину ставит у себя там первым, да. В общем, то есть это не совсем типичная история. А, значит, в Госдуме там эту инициативу поддержался, не вылез, тоже такой же фрик, значит, Хамзаев, кажется, у него фамилия. Вот, ну, он мусульманин, мусульманам же, значит, они не пьют, харам, они по-другому как-то так развлекаются. Вот, и поэтому он, значит, ну, ему этот запрет, это прям богоугодное дело, так сказать, аллахоугодное. Вот. То, что Минздрав поддержал, я, честно говоря, не слышал, но, в принципе, ну, Минздрав с его позиции, он же не отвечает за доходы бюджета, например. Да, алкоголь, это же вообще-то, ну, такая статья-то доходная. Вот, а у них ситуация с экономикой-то аховая. Вот, он, Минздрав, не отвечает за доходы бюджета, да, а он не отвечает за то, будет революция или не будет, это Кириенко за это отвечает, да, вот, ну, Минздрав отвечает за здоровье населения, а с точки зрения здоровья населения, ну, чем меньше пьют, тем лучше, наверное, вот, и поэтому, ну, ему несложно такую позицию занять, ну, то есть решение-то пока еще не принято, и я думаю, что все-таки вот не настолько они чокнулись, но вообще даже сам факт, что это обсуждают, он тоже по ним бьет. Я вот как раз, знаете, я сегодня, может быть, попробую выложить видео на свой канал, вот, извините, что как бы хвастаюсь. Я вчера его как раз записывал просто, да, сегодня вот надо выложить. Значит, как раз вот говорил о том, что они же все очень старые, они состарились, и вот это их, и сейчас вот эта вот борьба с квадроберами там, child free, попытка там запретить, значит, я не знаю, небрачный секс, или запретить пить. Это выглядит все как вот ворчание там бабок у подъезда по поводу коротких юбок молодых соседок, да? Значит, ну, то есть им завидно? Ну, то есть сами состарились, ни на что уже не годятся. Да, сами-то они носили эти юбки, сами-то конечно, они конечно, употребляли алкоголь. Конечно. То есть они тем самым подчеркивают своим поведением, подчеркивают, что они несносные, занудные старики, которым, к сожалению, помимо языков, дана еще государственная власть. И
И они ею нагло пользуются для того, чтобы ущемлять молодежь. Вот. Это очень сильно раздражает и очень сильно их делегитимизирует, особенно в молодежной, как раз в молодежной среде. То есть у них проблемы с молодежью гораздо более серьезные, чем с населением в среднем. Молодежь очень нелояльна по сравнению с остальными группами населения. И при этом, значит, вот молодежь, она же, ну, строго говоря, в принципе, политика это не очень интересуется, да? И поэтому, может быть, она бы не стала вникать там, в какие-то особые там, нюансы, особые, там, связанные с выборами, например, там, то, что их фальсифицируют, или там свободой слова, там, да. А вот эти истории, что вы к нам буквально в постель лезете в нашу частную жизнь. Ну, то есть, почему вы решаете, там, быть мне квадробером или не быть? Бухать мне или не бухать, там, да? С кем я сплю, там? Почему вы это определяете? Почему вы пытаетесь заставить меня иметь детей, если я не хочу иметь детей? Вот, вот это прямо страшно людей бесит. И повторюсь, поскольку они все старые, это накладывается, это интерпретируется через призму вот, ну, таких, что они отвратительные, несносные старики. Для российской власти, ну, то есть на самом деле быть стариком в политике везде плохо. Да? Значит, посмотрите, вспомните, как сильно критиковали Байдена. Да, и когда он ушел, как демократы восприяли. Сейчас по этому поводу бьют Трампа. Но это все детский сад по сравнению с тем, насколько хуже, так сказать, насколько сильнее вот эта старость бьет по Путину по сравнению там, с Байденом или Трампом. Дело в том, что власть Путина, она очень архаична, чисто стилистически. Да? Он опирается на силу. То есть у него, в принципе, вот такая первобытная по своему типажу власть, значит, такого вождя военного типа. Да? Я всех отсылаю, это очень, на самом деле, интересная тема, я рекомендую прочитать Юнга, у него есть интервью, которое называется «Диагностируя диктаторов». Такое очень обстоятельное интервью, в интернете оно есть, его можно найти. Значит, где он сравнивает... Юнг — это один из величайших психологов, психоаналитиков 20 века. Ученик Фрейда, который пошел дальше Фрейда. Да. Собственно говоря, понятие архетипа ввел в оборот. Да, это ключевое понятие для политики. Ну, то есть в области коллективного сознания, коллективного бессознательного, это, безусловно, авторитет Карл Юнг. Так вот, он, значит, сравнивает там Сталина, Муссолини и Гитлера, и как раз объясняет разные типы политического лидерства, да, вождь военного типа, вождь-шаман, там, да. И, короче, Путин, вот он, это очень архаичный такой вождь военного типа, да, который легитимен именно потому, что он силен, побеждает, да. И для такого, вождя такого типа стареть, это смерти подобно в буквальном смысле слова. Значит, хорошо известно, что на ранних этапах развития человечества, как раз когда архетипы формировались, так сказать, да, которыми мы до сих пор живем, когда монархия как институт только-только появлялась, вот так называемый священный король, когда священный царь, я на английском Фрезера читал, а там king. Так вот, ну, в русской традиции, в русскоязычной традиции называют священный царь. Так вот, этот священный царь, он, этот типаж известный вообще всем народам. У Фрезера в его книге «Золотая ветвь» описаны сотни примеров как древних, типа древней Италии, так и современных, там, типа каких-нибудь африканских племен, там, да, или там где-нибудь в Папуа-Новой Гвинее. Так вот, значит, вот это тот типаж, как Акелла у Киплинга. Помните, Акелла промахнулся, да? Mm-hmm. Вот как только ты состарился, и оказался не в состоянии там побеждать, физически состарился, да, все, ты становишься нелегитимен, тебя убивают. И вот Путин, который страшно архаизировал Россию и свою власть строит исключительно сейчас, у него нет других источников легитимности, поверьте, вот человек, который много лет занимался выборами в России, Василий, никто уже не верит, даже его сторонники не верят в его светлое будущее, в то, что он организует для россиян светлое будущее. Все знают, что он коррумпирован, слушайте, да все видели дворец, который Навальный показывал, там, да,
Просмотров у этого фильма было там под 100 миллионов, если не ошибаюсь. Столько взрослого населения в стране. Вот. Все знают, что он коррумпирован, что он, значит, окружил себя вот этими, там, значит, какой-то кучкой олигархов, значит, которые там наживаются, значит. Вот. Всем не нравится экономика сверхцентрализованная, то есть регионы стонут, все забирает Москва, нам вообще ничего не остается. Теперь эту войну еще затеял, значит. Ну, то есть, вот единственным источником легитимности остается вот, ну, типа, он же все равно силен. Да, он все равно победит. Он все равно, ну, будешь выступать против, он тебе шею сломает, как Навальному там, да. Понимаете? Mm-hmm. А если он не силен, если он, оказывается, уже все, одряхлел, состарился, значит, ну так и все. Ну, в утиль. Знаете, как этот пролетарский поэт Кириллов. Подождите, нет, или... Да, или это Маяковский даже, подождите. Нет, Кириллов, по-моему, был. Вот помню что-то такое революционное. Стар убивать. На пепельнице черепа. Вот прямо вот все, вот так вот. Да, вот этих священных царей, когда они старились, их реально убивали. Да, Фрезер описывает народ шелуков в Южном Судане. Они это делали еще в конце 19 века. Вот он писал свою книгу в 1910-х годах. Да, и он рассказывает, эта практика, ну, она еще по сути жива. Да, вот все, как только он состарился, там разные способы выяснять, состарился он или нет. Как через поединок, значит, так и через жен. Вот это, я думаю, феминисткам такая история понравится, потому что вот эти его гарем царский, да, которым он, так сказать, по-свински совершенно там, безнаказанно пользовался, как хотел на протяжении своей жизни, на самом деле в какой-то момент подписывал на смертный приговор. Когда жены собирались и как бы говорили себе, ну что, не тянет царь-батюшка? И после этого шли к старейшинам. Вот, это был один из факторов, ну, там еще несколько могу, там, да, но старейшины это учитывали, и по итогам выносили царю смертный приговор. Вот, и живьем его замуровывали в специально построенный под это дело хижины. Короче, это только кажется, что это там седая древность, которая не имеет отношения к современности. Слушайте, у них кровная месть уже, политический институт. Понимаете, у них Вагнер, вспомните, этот Пригожин с кувалдой бегал, там, угрожал депутатам Госдумы и администрации президента. Это опричнина в чистом виде. Они реально возрождают. Ну, слушайте, а что они творят в этом самом, в Украине? Ну, вот Путин берет и награждает званием гвардейской, значит, бригаду, которая орудовала в Буче. Понимаете? Ну, то есть он реально, вот как бы он легитимизирует вот это поведение средневековое, да, как вот. Орда, там, не знаю, Батыя, да, там, сожгла город и потом там грабит, убивает, насилует. Ну, это для них норма. И Путин, для Путина это тоже норма. Поэтому путь вот в этом деле, ты собираешь не только, так сказать, сливки, пенки и прочее сметану, не только позитив, и негатив тоже. И старость, которая будет, власть в России модерновая, современная, имея она другие источники легитимности, не вот эти архаичные в виде силы, да, ну и черт с ним, состарился, ну, поворчали по его поводу, вот как по поводу Байдена там, да, ну, тем не менее, вот, слушайте, ну, Трамп, он старый хрыч, извините, да, но ведь половина американцев собирается за него голосовать, вот, ну, то есть тоже проблема, но, ну, такая терпимая, а это не, слушайте, ну, все помнят этого Путина, как он там на лошади скакал, там, торсом, значит, голым своим там красовался, плавал там, на татами там выходил, значит, регулярно там красовался под камеру, вот, со стерхами летал там, за амфорами нырял, ну, то есть он постоянно бравировал своей физической формой, своей силой, явно так противопоставляя себя Ельцину, вот, и все, вот, сколь веревочки не виться, сколь веревочки не вейся, а совьешься ты в петлю, так сказать, да, вот какие-то такие соображения у меня. Да, мы начинали этот блок с информации об ограничении продажи алкоголя, и вы знаете, даже ну, волнения вызваны были в народе, и даже Песков был вынужден выйти с комментарием на эту тему, сказать, что переговоры на общенациональном государственном уровне на эту тему не ведутся. То есть он должен даже успокоить, вынужден был народ. Но если бухайте, граждане, да? Да, но если честно, я наоборот был как раз за то, чтобы Путин поддержал эту инициативу. Мы же помним, в 1985 году Горбачев объявил бой алкоголю. Ну и мы помним, как все это закончилось. Так что пусть поддерживают, пусть борются.
Еще одна тема, которую я хочу обсудить, успеть. Товарооборот между Израилем и Украиной за первые 8 месяцев этого года уже превысил показатели за весь 2023 год, сообщил сегодня посол государства Израиль в Украине господин Михаил Бродский. Как думаете, вот как чувствуете, как вы в Израиле об этом говорите? Василь, простите, что перебиваю. Да. Вы должны иметь в виду, что я посильный вклад вношу. Вот с момента начала войны я из алкоголя практически, ну, за редким исключением, покупаю только вот Немиров горилку с перцем. Вот. Так что вот моя доля здесь тоже присутствует. Такой мостик между предыдущей темой тоже. Связали мы еще и с алкоголем из прошлой темы. Вот россияне, да, сейчас им завинтят гайки, они там трезвыми и сломи будут сидеть, а я вот буду пить украинскую горилку. Мне очень нравится. Класс, спасибо, очень приятно. Да-да, нет, я хотел подвести, это, в принципе, уже конец был этого блока, он короткий очень. Я к тому, что в начале широкомасштабного вторжения отношения между Украиной и Израилем больше такие были осторожные. Израиль не спешил поддерживать, возможно, боялся обострения поддержки России в сторону Ирана. Но вот после 7 октября прошлого года и дальше, мне кажется, все теплее и ближе становятся отношения Израиля и Украины, особенно понимая, что враг-то у нас один, что Иран, что Россия, которые сейчас в этой тесной связке, а еще и Северная Корея туда же, а еще чем больше израильская армия находит российского вооружения на складах у террористов, тем больше приходит понимание, что мы, по сути, по одну сторону, мы в одной войне против одного соперника. Как бы вы сейчас, вот в этой ретроспективе, что ли, вот там 3 года назад и сейчас, как поменялись отношения Украины и Израиль, и действительно ли они вот идут на такое серьезное сближение? Ну да, очевидно. Я даже не буду перечислять факты, их очень много. Вот. Значит, единственный фактор, который этому мешает, это фигура Нетаньяху. Я думаю, что объективные обстоятельства, которые подталкивают Израиль и Украину к дальнейшему сближению, очень сильны. И когда исчезнет Нетаньяху, надеюсь, все-таки это не затянется, вот. Это все прямо, я думаю, ускорится в несколько раз. Нетаньяху все-таки, он, ну, тут несколько обстоятельств. То есть он сам по себе, по своей природе, человек авторитарного склада. Да, он автократ такой же, как Путин. Простите. И поэтому он относится к Путину, ну, нормально. То есть он не считает его, вот, ну, политики типа Макрона, там, Шольца, понимаете, да, там, они, ну, им, Путин реально для них какой-то фрик. Ну, то есть, да, он там лидер ядерной державы, надо с ним общаться, поэтому, конечно, будем общаться, но им, на самом деле, вот, ну, вот это такое вынужденное неприятное общение. То есть он для всех европейцев, за исключением там Орбана, может быть, да, и, ну, и каких-то там националистов, ну, он или там Фицо этого нынешнего, словацкого. Но он такой вот, все-таки оттенок какой-то фриковости носит, маргинальности какой-то. А для таких людей, как Нетаньяху или Трамп, там, да, не, нормально, все, никаких проблем. Вот, то есть вот это обстоятельство. И, во-вторых, Нетаньяху, он же, понимаете, он же стратег, он же и себя изображал тут на протяжении долгих лет, вот именно гениального стратега. Он капитально сел в лужу с Хамас, потому что провал 7 октября, это в чистом виде, конечно, результат многолетнего давления Нетаньяху на силовой аппарат, на государственный аппарат в целом, на политикум, весь политический класс, да, потому что у него была концепция, что Хамас не заинтересован в обострении, с Хамас мы договоримся. Он пытался использовать Хамас против палестинской администрации официальной, да, поэтому он поддерживал, подпитывал Хамас, позволял Хамасу существовать и был уверен, что Хамас, так сказать, платит ему там благодарностью за это, да. Ну, он в этом смысле напоминает Чемберлена, да, по поводу которого, как известно, Черчилль как-то сказал, что это дурак, который думает, что он сможет ехать верхом на спине тигра.
Да, и Нетаньяху вот так сел в лужу. Вторым у него там важным козырем было как раз свидетельствующим о том, что он вот такой стратег. Это как раз типа дружба с Путиным. Да, и, и вот он провалился здесь, и если он сейчас еще признает, что он и с Путиным провалился, то есть Путин его обманул, вот его Хамас обвел вокруг пальца, да, теперь Путин, ну тогда он вообще, понимаете, ну просто катастрофа, то есть просто жизненный кризис какой-то, вот я крах, то есть ну выяснил, что ты позорник вообще, никакой ты не стратег, а лопух вообще, да, то есть ты просто опозорился по полной, и он поэтому закрывает тщательно глаза на весь негатив, связанный с Путиным, пытается, по-прежнему пытается использовать Путина для того, чтобы, значит, там, подергать за усы американцев, ну, типа, я там независимый от вас, вы что на меня давите, да? У меня там есть альтернатива. Эта альтернатива там снабжает оружием там всех врагов Израиля, из этого оружия убивает израильских солдат, а этот, значит, не знаю, каким словом его назвать, вот, по-прежнему пытается еще там с Путиным дружить. Нет, конечно, есть объективные обстоятельства, которые подталкивают к, значит, к дружбе. Ну, не к дружбе, но к каким-то рабочим отношениям. Это в первую очередь присутствие российской армии в Сирии. Да, Сирия – это такое для Израиля мягкое подбрюшье, там проводятся периодические операции, Израиль проводит, потому что там Иран окопался, да, на Израиль периодически бомбит Сирию, и, ну, и вот объекты, которые, как он считает, там, связаны с КСИР, там, с Хизбаллой, там, да, и так далее. Вот, и россияне, которые там расположены, ну, вроде как не мешают, да, вот, ну, то есть здесь вот такая договоренность. А типа, если мы с ними поссоримся, они, так сказать, начнут там стрелять по нашим самолетам, наши возможности проводить там операции будут ограничены, ну, то есть вообще война начнется, так сказать, с Россией, нам же это не надо, так сказать. Да? То есть, конечно, объективные обстоятельства, которые подталкивают к какому-то взаимодействию. Но все-таки я думаю, что после ухода Нетаньяху, когда придет нормальный политик, станет премьером, отношения с Украиной будут улучшаться ускоренно.